Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Summoner Storm. Дай-ка я открою сундучок. Монеты, Эз и охотница. Следующую активируем и переходим уже к поединкам. Вчера начал играть, друзья мои, но, к сожалению, не записалось прохождение 151, 152 и 153 миссии, поэтому начинаем тогда уже со 154. И, как всегда, здесь нападают легендарные карты. И, наверное, сменить не получится, да? Получилось. А вчера, друзья мои, когда на меня легендарные нападали, замена не получалась. Так, ну что, здесь немножко будет попроще мне. Пиратка, Квек, С, Инженер. Все очень быстрые. Значит, нам нужно с тобой оставить пиратку, которую у меня нету здесь. Так, давай-ка заменим карты. Возьмем, наверное, Сару Шип или как? Или Некроманта? Надо подумать хорошенько. С по любасику нам пригодится. Так, поставим его сюда. С. Можно было бы, конечно, взять Эза, но надо пиратку, наверное, брать все-таки. Пиратку вместо кого? Вместо стрелка. Я, наверное, так сделаю. Кстати, мне можно прокачать Спартакуса. Я взял за 200 гемов, ребята, одну для него карточку. Дорого, да, не спорю, но он того стоит. Кстати, его можно будет тоже взять. Давай-ка попробуем вот такой вот командой здесь выиграть. Стоп. Стоп, я немножко не прав. Вот эту охламонку нужно контрить. А контрит ее только стрелок, очень хорошо. Блин, а я его убрал. Что же сделать-то тогда? Как лучше? Может быть, грома убрать, потому что он медленный. Ладно, попробуем так. У нас есть яд, если что, может быть, мы ее сможем отравить. Ну, Квек плюс... А, у него же еще и такого же уровня, кстати, алхимик 16-го. Плюс у него скоростные... Блин, будет тяжело. Наверное, надо начинать с грома, ребят. С грома прикрывать его, естественно. Ну, алхимик, блин. О, сейчас вызывать будет отравляющего. А, нет. Смотри, что он делает. Ну, где ты там остановишься-то, ё-моё. Понял. Давай ты отравляйся уже. Пока шикарно, ребят. Так, вызвали пиратку. Сейчас попробуем их размазать здесь. Так, отлично. Спартакус начинает колоть его. И все, победа. Значит, моя тактика была правильной. Так, ну что, 33 монеты. Тут опыт. Дальше нам выпадает Барнбласт, Фея, Грутта. И последнее, это Ван Мстительный. Так, умножать ничего не будем. Поехали дальше. Так, 155-я миссия. Подожди, мы тут что-то с тобой получили, какую-то награду. Ага, 100 монет. 100 монет плюс. Вот здесь, ребята, они донатят, вкладывают деньги и получают легендарные карты. Потому что сколько я играю, мне еще ни разу не выпала ни одна легенда. За кадром надо будет получить монеты, сундук, естественно, и инженер, который мне нужен. Опачки. Ведьмарский доктор. 200 гемов. Блин. А что он делает? Он, ребята, шанс воскресить группу героев. Восстанавливает 30 хп перед смертью. И иногда мгновенно побеждает героев, у которых здоровье ниже 30%. Блин. Ну, если бы я знал, что такое будет, я бы, конечно, лучше бы сюда потратил 200 гемов, чем на Спартакуса. Блин. Я видел, ребята, этого шамана, и я знаю, что он делает. Так, а вот здесь уже будет немножко сложнее. Потому что, во-первых, у него есть стрелок. Он будет контрить моего грома. Плюс у него фея, молния есть. Так, здесь, видимо, моя команда на скорость не прокатит. Надо поменять. И менять будем, наверное, следующим образом. Возьмем тоже стрелка. Это просто необходимость, ребят. Так, пиратку, я не знаю, оставлять. Эза, наверное, точно надо менять.
и менять надо на что-нибудь посущественнее. Пиратка, гром, блин, стрелок. Надо будет брать, не заклинание, у нас есть одно. Нам, думаю, этого хватит. Может быть, взять хил? Вот не уверен насчет хила, конечно. Фея еще, это противно. Ладно, давай смотреть. Мне кажется, из-за феи будем фейлиться. Плюс у него тоже есть... Все любят, кстати, брать алхимиков. Алхимиков и скорпионов. Я не знаю, с чем это связано, друзья. Но вот такая есть тенденция. Так, наверное, будем вызывать стрелка. Давай, 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 мой стрелок. Отлично. Так, мы здесь, естественно, с тобой сделаем отхил. А он, смотри, смотри, смотри. Молнию влупил. Я не помню, у него что. Ух, пиратка, давай, выходи. Так. Он тоже вызвал пиратку. Он тоже, друзья мои, вызвал пиратку. И фею позвал, да? Вот это вот не надо делать. Гром, давай. Тыдыч. Так, сделаем с тобой отхил. Пока гром дойдет, ё-моё. Давай, 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 всех их там. Всех, конечно, не получилось у него шварнуть, но пиратку он должен, по идее, сейчас завалить. Естественно, стрелок. Он уже успел его призвать. Сейчас, секунду, 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 секунду. Да какого леша он там вытворяет? Давай, короче, яд поставим, нафиг, надоел он мне там, если честно. Так. Гром стоит, земля трясется. Что-то он там хочет вызвать. И вызывает он феюшку. Так, мы с тобой здесь, если что, поставим на отхил. Все, друзья мои. Сработала моя тактика, как ты видишь, и мы победили здесь. Так, 50 монет, 20 опыта, это не интересует. Так, барнбласт. Дальше у нас механик, это хорошо. Плюс сарашип. И черная борода. Ну что же, переходим на 156-ю миссию. Подожди секунду, мы еще получили с тобой здесь награду. Еще 200 монет в плюсе. Я был бы счастлив, если бы нам давали не монеты, а гемы. Так, началось в России утро. Начинаются, друзья мои, легендарные карты. Здесь нам понадобится яд. Здесь команда на скорость, в принципе, пригодилась бы. Так, давай подумаем. Этот будет контрить у нас кого? У него нет заклинания, это плюс. Но для меня большой минус, что у него именно две леги. Причем самые противные. Давай, наверное, сделаем с тобой следующим образом. Хил нам здесь не нужен, нам, наверное, даже и гром здесь не поможет. Если мы решили заменить, то на кого? Взять Эза, к примеру. Пиратка, наверное, здесь не особо будет хорошо заходить. И взять бомбардира. Наверное, нам придется взять еще и скорпиона. Вот как-то таким образом, ребят. Не знаю, что из этого получится. У него еще и некромант есть 10 уровня. Все это нужно контрить издалека, поэтому без стрелка здесь, естественно, нам не обойтись. Стрелок нам просто необходим, причем на ранней фазе. Сразу вызываем его. Давай, давай, контри. Контрит? Контрит. Отлично. Так, сразу же яд сюда выбрасываем. Так, это отдуплилось. Отлично. Отравляем сразу всю эту бригадушку. Минус самурай. Вызываем своего первого, не первого, а второго танка. Все, он моего стрелка уничтожить не сможет, потому что у него нет заклинаний. Ну, а мы его, естественно, сможем сейчас разбомбить. Да. С такой командой я уже встречался где-то на 151 уровне, если меня не ошибает память. Так, гроза. Здесь у нас Грутта и Ванн Мстительный.
Так, ну что, поехали дальше. Тут осталось совсем немножко и будет 160 уровень. Опять он за свое. Теперь он взял 3 леги. Да чтоб тебе, а. Это у нас идет как танк. Против него лучше брать Спартакуса, по идее. Но тут пиратка. То есть надо опять же фармить издалека, но у него есть С. Отравляльщик. Плюс дикарка. И пиратка. Ладно, давай смотреть. Этот ракетчик, я думаю, будет здесь немножко нам помогать отталкивать противников. Кстати, здесь бы, наверное, нам нужен стрелок. Сразу же, ребят, вызываем, если он, конечно, не будет пиратку призывать. Заклинания у него, по-моему, нету, да? По-моему, заклинания у него нету. Так, сразу отравление вешаем. Офигеть, оно мне что-то не спасло здесь, ребят. Она... Ёк-макарёк, вот это плохо. Давай, ракетчик, выходи. Слушай, у него, оказывается, молния была, да? Как же мне теперь тут... Давай еще, наверное, возьмем с тобой... Нужен стрелок. Он просто необходим, ребят, здесь. Давай, 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 стрелок, уходи. Минус, отлично. Ах ты, гад, подловил. Ну ладно. Скорпиона напугали, бедолагу. Давай едок сюда выбросим. Да ты запарил уже, блин. Так, пиратка здесь не выживет, естественно. Давай вызовем танка. И Эза. Ну, он, видимо, понял, что он проиграл тут, да? Дикарка ему тут не поможет. Вот так, друзья мои, справляемся против легендарок. 37 монет. Это опыт. И какая тут карта? Гроза. Ладушки, умножать пока ничего не будем. 158-я миссия. Да вы что, совсем что ли обурели? Ну ты посмотри, что они вытворяют. Одни леги пошли, ребят, одни легендарные карты. Ну и как я тут? Давай поменяем. Еще не легче. Вот эта вот охламонка бесит. У него, в принципе, не скоростная команда. Так, что нам нужно? Нам нужно контрить вот это. У него яд. Яд — это плохо для моего стрелка. Еще и вот этот вот громозека здесь. 4 уровня. Дуреха, которая будет стрелять издалека. Значит, нам нужно немножко с тобой здесь поменять. Возьмем, наверное, Спартакуса. Можно было бы, конечно, телепорт использовать. Гром. Иди сюда. Ну что, рискнем такой вот командой сыграть? Не совсем, конечно, я уверен, что у нас здесь все получится. Я бы даже сказал больше. Совсем не уверен. И я-то вот этого меня раздражает. Ну, тут понятно. Алхимики на алхимики побежали. Вызываем Спартакуса в помощь. Так, будет он сбрасывать яд или нет? Не-не-не-не-не-не-не. Вот это вот, вот эту вот птичку надо. Эту птичку надо отсюда убирать. Че, она успевает захиляться, что ли, а? Ну, естественно, успевает захиляться, ребят. Так, мы ее подбили. Так, теперь яд он потратил, да? Он потратил яд. Стрелок, уходи. Ну что там, я не могу понять, происходит-то? Минус, да? Дуплилась, короче, чувачиха. Так, хорошо. Сегодня будут какие-нибудь... Вот, минус шаман. Давай, 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 давай. Так, ты запарила там уже. Надоело, серьезно. Стоит там.
тоже яд выпустил, да? Мы тут с тобой переживем. Так, давай стрелка. Спартакус. Ну, два стрелка сейчас, ребята, будут разносить тут всех. Абсолютно издалека. Яд он потратил, поэтому откат у него стоит на яде, все. Ушатали. Ну что же, монетки. 45 гемов. Вот это да, вот это я понимаю. Мясник. Так, наездник на медведи. Морган. Охотница и рам. 35 на 5. Не, это мало. Ну вот и 159-я миссия. Опять куча легендарных карт. Слушай, по-моему, эта команда уже была только что. Вот прям только-только мы с ней воевали. Да? Изилот, тот же самый противник. Ну что ж, давай попробуем еще разок накумарить, лишь бы у нас все получилось. Так, ну понятно, что алхимик против алхимика. Сразу же выпускаем Спартакуса. Эз, беги. Так, он будет применять яд или нет? Так, куда ты сейчас приземлишься? Сюда, отлично. Нам нужно ее затравить. Ну тыкни ты в нее, господи. Есть. Так, что теперь-то делаем? Танки, 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 да? Нам нужно с тобой вызвать грома. Вот что он делает. Он, ребят, потратил яд. Все, теперь можно спокойно вызывать нам с тобой стрелка. Если он тратит яд, то стрелок, ребят, здесь заходит сразу же. Блин, он опять ее позвал. Вот это плохо. Тыдич. Молодец, стрелок. Адабрямс. Так, тут у меня стоят трупики, так скажем, да? Ну-ка. А нечего им там рассусоливать. Блин, посмотри какой, а? Не хочет сдаваться, и все. Ну, я думаю, что здесь всем понятно, что наша победа. Сейчас будет гром бомбить. Я там поставил, правильно. Боится стрелка. А я сейчас все равно же его вызову. Он даже и не понадобился, мы его и так победили. Так, ну что здесь у нас, 38 монет. Опять опыт и некро. Ладно. Некро нам пригодится. Ну что, 160-я миссия. А вот здесь уже похуже. Два бегуна, плюс яд, плюс ярость. Это серьезная заявка. Давай мы, наверное, с тобой попробуем. Блин, ну против ярости я не знаю, что сделать. Блин, ярость. Ладно, рискну разочек сыграть этой командой, хотя, мне кажется, никакого толку она не даст. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот сразу же вы. Так вот с лету прям. Ну, он сейчас меня будет здесь одолевать, ребят. Я уже... Вот-вот-вот-вот, об этом я говорил. Ярость пошла. Меня здесь больше раздражает некро, если честно. Яд выпускает. Да. Надо брать как минимум две заклинашки здесь, друзья. Как минимум. Чтобы контрить вот этих, ну и, соответственно, еще и бегунов. Эта команда здесь не подходит. Я не успеваю, ребята, вызвать стрелка. Потому что он слишком дорого мне обходится. И я не успею элементарно накопить столько энергии. Поэтому меняем. Меняем колоду нашу полностью. Шамана здесь брать не будем. Возьмем, наверное, с тобой вот молнию вместо стрелка. Так, кого еще тут можно было бы взять? Пиратку для контроля мелких этих хмырей. Так, С. У него яд же, да? Яд. Ну и, наверное, все. Танк они здесь будут моментально бомбить. Может быть, нам даже взять выгоднее, знаешь, кого? Скорпиона. Или Сару Шип.
Или прокачать некро и тоже его взять с собой. Как вариант. Против малышей, да? Сколько он стоит там по призову? 4 энергии. Только вот вместо кого его брать, если даже брать? Вместо Эза не хочу. Или хочу? Ну что, попробуем тогда вот так вот сделать. Я не знаю, честно говоря, что получится у нас. У него ярость. У него большое преимущество передо мной за счет ярости. Ну тут понятно. Ой, не то, да, сделал? Да дадите мне... Ничего мне тут не дадут. Выпухнулся, что ли, получается, опять? Ну, молнию-то дайте в конце-то концов. Да ты посмотри, а без остановки просто клепает их и все. А какого уровня у него С, что он так быстро моих танков щелкает? Я не понял, ну-ка посмотрим сейчас. Надо было пиратку сразу вызывать. Так, а у нас уже 118 гемов, да? Какого уровня у него С? 23-го. 23-й уровень так быстро разносит наших бойцов. Можно, конечно, поменять, но я пока не буду. Я начну, наверное, тогда с пиратки, скорее всего. Раз такая пляска пошла. Так, сделаем вот таким вот образом. Понял. Некро не котируется, ребят. Давай ты, блин, этот, как вот, как тебя величать-то? Молния. Ну, да и бесполезно алхимика здесь вызывать, бесполезно. Нам нужно колоть их. Нам нужно колоть, нам нужно пиратку брать. И некро тоже, наверное, в помощь. Вот достанет, а? Да нет, некто тут вообще, ребят, не котируется. Ты запарил там уже, а? Давай, пиратка, выходи. Давай танка хотя бы вызовем одного. Вот что, ребята, он сделал. И здесь мы свалимся сразу же, да? Понятно. Стоило ему только яд, плюс ярость активирует. Нет, не канает. Не канает такой вариант. Некро вообще не наносит урон, я посмотрел. Поэтому от него здесь толку мало будет. Надо менять. Поменять на грома, если только. Некро на грома. Но он стоит дофигища. Может быть, проще шамана взять. Или вообще замедляшку. Как вариант. Как вариант. Пока не могу определиться, если честно, что здесь лучше сделать. Можно, конечно, попробовать поменять. Поменяется. Твою налево поменял. Хотя, ты знаешь, если честно, может быть, нам даже будет проще с этой командой сразиться. Нам нужно будет с собой вернуть прежний состав, который у нас до этого был. То есть со стрелком. Пиратку меняем на... Где наш гром? На грома. Нет, не пиратку, вот где-то, наверное. Так, 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 так. Точно нам нужно с тобой... А, Эза. Эза мы забыли взять. Вместо пиратки берем Эза. Где у нас С? Вот он. Вот так попробуем. 160-я миссия. Главное вот это вот и вот этого шваркнуть. В принципе, тут всех главное шваркнуть. Я смотрел, у него заклинаний вроде бы как не было, да? Поэтому давай попробуем с тобой сделать вот так вот. С побежал.
пока нас тут не растоптали. Опс, накрыли. Так, пошло дело. Он молнию потратил сюда, дурачок. Это вот большая ошибка, что он здесь. Он бы мог мне стрелка убрать. Но он этого не сделал. А раз не сделал, то извиняй. Да, конечно, ага. Захотел какой-то вшивой молнией нас тут накрыть. А тебе не кажется, что у него слишком быстро молния откатилась? Там тут будет расколбас полный, короче. Ну и все, можно сказать, ребят, проиграл он по полной программе здесь. Сейчас еще пару ударов, и мы еще яд сюда поставим с тобой. Ну и все. Прошли. Так, сундучок. 64 монеты. 20 опыта, это понятно. Гром. Некро. Дикарка и мистическая сфера. Так, друзья мои, забираем сундук. 146 монет, это хорошо. С. Травница. Кристаллический портал. Лучник. Ассасин. Да ладно, ну наконец-то мне выпал бегун. Голд Гурион звать его. Да-да, это тот самый бегун с топориками. Чем-то напоминает моего бегуна с топорами, который находится у Адзеген. Я доволен. Так, мы с тобой открыли новую главу. Здесь можно получить вот таких персонажей. Вот такого, ребят, я еще ни разу не видел. Или это ярость? Блин, хотел кликнуть, глянуть, а меня перекинули. Так, ну что, я хочу посмотреть, что мы с тобой за мистическую сферу получили. Что это вообще за юнит? Кстати, прокачиваем сразу же, наверное, вот этого чувачка. Нифига у него атака 760. Ёк-макарёк. Плюс 50 урона против отравленных врагов. Твой призыватель получит меньше урона. Ничего себе, это круто. Где эта сфера? Вот она. Скорость передвижения очень быстро, очень быстро. После смерти взрывается и наносит урон врагам вокруг. Иногда замедляет всех врагов в области. Фракция мастерская, да? Классы специальные. Здоровья очень мало. Магическая сфера. Ни разу, ребят, не видел ее, чтобы кто-то применял. Так, ну что, давай, наверное, попробуем с тобой пройти до 163-й миссии. Как бы компенсируем то, что вот здесь у нас не получилось, не заснялось. Здесь отыграть. Это еще кто такой? Так, узнаю этого чувачка из Вадзегена. Так, вы издеваетесь, что ли, столько лек даете? Ну вот, совсем другой разговор. Сарашип, бегун. Так, у него тоже стрелок есть. Угу. Танк у него один. Скорпион, 19 уровня. Сарашип очень хороша будет против моего алхимика, верно? Верно. Ну давай посмотрим. Не знаю, яд меня здесь, наверное, не спасет. Хотя против стрелка, если только. Так, скорпион, понятно, вызывается. Так, попробуем сделать вот таким вот образом. Он вызвал грома. Блин, не надо пока, нам, наверное, ставить грома. Ну? Не нравится мне то, что гром здесь, ребята, стоит. Сейчас бросит свою фигню эту. Да. Это была моя большущая ошибка. Подставил всех. Гром выстрелил, короче, своей бочкой и всех накрыл. Немножко глупо было сыграно. Хорошо, давай переиграем. Так, он вызывает грома, да? Следующим. Тогда мы с тобой так же сделаем. Попробуем вот так вот, ребята.
Ага. Давай, давай, ракета. Да ёп, парасете, блин. Вот тебе и ракета. Траванули. Ну ты будешь бросать сегодня бочку свою или нет? Стрелок. Друзья, он вызвал стрелка уже. Это говорит о том, что и нам нужно вызывать стрелка. Обменчик произошел. Давай вызовем нашего ракетчика. Так, он вызвал грома уже. Ну что же, нам тоже надо вызывать грома. Так, Сарушип, я надеюсь, он уничтожит. Молодец, красавчик. Так, отравление сюда влепим. Да ладно, он еще свое ускорение здесь влепил. Опять я, ребята, лопухнулся. Опять я тут лопухнулся, блин. Тот гром достал уже. Фейл, по ходу дела, да? Или не фейл? Сейчас посмотрим. Твою мать. Нет, С этот вообще здесь не рулит. Сейчас этот будет бомбить. Все, короче, нас прижучили здесь. Бесполезно что-то играть. Давай менять. С все нам портит абсолютно. Кстати, у нас же есть вот такой бегун. Есть. Но пригодится ли он нам здесь? Мне кажется, лучше шамана взять. Шамана, да? Даже не знаю. Ну попробуем, попробуем. Поехали. Вот Грута. У него заклинаний-то нет, оказывается. Ё-моё. У него нет заклинаний. Он меня чисто так пробивает. Толпой, можно сказать, да? Короче, вызываем стрелка с тобой. Стрелок, давай, выходи. Он сейчас тоже будет вызывать, естественно, стрелка. Так, поэтому поставим сюда контрольку. Офигеть, поставил контрольку. Все, сейчас опять накроют нас медным тазом. Потому что гром подходит. Так и есть. Как он меня достал, а? Как меня достал этот гром? Может быть, замедляху взять сюда, чтобы они медленнее бежали. Ну вот как здесь? Или взять еще одного танка. Но еще один танк, это у нас, естественно, Скорпион. Это два пока сильных и быстрых танка, которых я могу себе позволить. Грута, вот кто меня раздражает. Она дает ускорение вражеской команде. Так, подожди, сейчас попробуем вот так вот сделать. Дальше сделаем вот так. Допустим, вызываем еще одного скорпиона. Естественно, сейчас будет яд, наверное, применять. Мне почему-то так кажется. Вынес, да, мне стрелка, гаденыш. Так-с, вызываем грома. Вызываем стрелка, друзья, сразу же. Слушай, по-моему, тут уже мы с тобой победим. Да. Два танка зарешали. То есть он не смог пробиться через них, и мы с тобой его одолели. Давай мне карточки. Так, Сарушип. Фея обычная и металлолом. Окей. Так, еще остается две миссии. Пламя, С.
ракетчик. И всего один танк, но 21 уровня. Хм, у него есть пламя. Ладно, попробуем. Пламя, естественно, он будет тратить на моего стрелка, мне кажется. Естественно, тут танки против танков идут. Сразу же начинается, ребята, волокита. Так, он вызвал уже некро, поэтому сюда поставим яд. Да забомби ты уже этого хламона-то, господи. Травницу позвал. Вот это плохо, ребят. Слушай, нам... Если я сейчас вызову стрелка, мне кажется, он его уничтожит. Пламенем. Но это не точно. Или точно? Стрелок, ты будешь сегодня что-нибудь делать? Да, правильно, этих алхимиков надо уничтожать. Что-то, ребят, не выходит у меня пока ни шиша. Секешь? Травница, она что еще делает? Она хиляет. Ха-ха, смотри, смотри, смотри. Тыц, двоих сразу накрыли. А он пламенем, естественно, ребята. Отравили. Гром мне здесь, наверное, не поможет. Погнали, попробуем так сделать. Ну, естественно, естественно, здесь этот охламон. Куда ж тут без него? Стрелок, ты мне поможешь сегодня или нет? Да то, что ты травницу бомбанул, это, конечно, хорошо. Может быть, грома позвать? Да чтоб тебя, блин, все, да? Ты посмотри, что творит, а? Яд. Срочно нужен яд, ребят. Выпускаем. Кракена, блин. Ну давай ты, господи, ну. Траванул, траванул. Че нам делать? Видишь, пламя применил. Пламя применил и довольный, как удав. Просто ничего не дает мне сделать. Ничего не дает делать. Контрит и все. Ну, гаденыш, ладно. Я тут проиграл. Делаем это с тобой немножко по-другому. Раз у него вот такая вот фигня выходит, берем с тобой молнию. Берем молнию и наказываем по всей строгости. Заколебал своими мелкими этими ублюдками. Так, где у меня молния? Вот она. Поставим ее вместо Эза, потому что Эз, ну, тут практически ничего не решает. Хотя, его отравление очень даже... Ладно, без него. Поехали. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Пламя еще он свое тут не вовремя, блин, юзает. Пока не знаю, ребят, что тут лучше сделать. Наверное, вот так вот лучше все-таки здесь. Так, окей. Естественно, естественно, он сразу яд применяет тоже. Жить-то хочется, да? Гром, давай. Нормуль. Так, он пламя потратил? Потратил. Стрелка мне нужно дождаться, друзья. И молния. И молния нам пригодится здесь. Вот против этих хламонов. Вот что-то типа того. Погнали. Все, походу дела, да? Приплыл парнишка. Да-да-да, приплыл походу дела. Потому что мы сейчас яд поставим сюда. Ну и все. Спасения тебе больше нету, охламон. Вот и все, и нету роба. Неплохо. Всегда нужно что-то, ребята, искать. Какие-то новые обходные пути.
Одной командой здесь вряд ли получится проходить. Опачки, пиромант. Что-то новенькое, посмотрим. Сейчас я его видел против меня, когда выступали. Так, что здесь? Еще не легче. Пиромант, новая карта. Это за кого, за нежить или? О, это преисподняя. Ух ты. Атаки поражают всех врагов в радиусе действия. А, так он огнеметчик. Против преисподней 50 урона против. Угу. Иногда становится неуязвим. Но я тебе скажу, атака не очень сильная. 135, здоровье среднее. Но он бомбит всех. То есть, если там стоит ряд противников, он их всех жгет. Так, ну что, кто у нас там следующий? Ну, здесь, друзья, здесь понадобится нам, наверное. Так, заклинание опять у него есть. Молния здесь абсолютно бесполезна. А зачем он, интересно, взял вот этого 4 уровня? Он тут бесполезен абсолютно. Какой-то у него хитрый трюк есть. Ну что, меняем с тобой, значит. Яд оставляем, молнию меняем. Блин, 4 уровня у него, да? Танк. Значит, здесь, возможно, нам пригодится Спартакус. Или пиратка. Но мне кажется, лучше взять Спартакуса почему-то. Вместо молнии. Ну-ка, проверочку сделаем. Этот издалека бомбит, Охламон. 3 уровня, офигеть, у него, ребята, легендарная карта 3 левела. Это трэш. 3 уровня я еще не видел против себя, Лек. Честно тебе скажу. Так, не забываем, что у него есть пламя, да? Вызывает, вызывает, конечно же, ребят. А если бы я еще попал бы... В плане, я не понял, как-то он пробежал. А как он пробежал-то, эй? Я, если честно, не особо понял, как он умудрил... Что происходит, ребят? Почему он не активен? Что вообще тут делается? Он пламя, да, вжарил? Но, стрелок, выручай, господи, ты мне сейчас нужен здесь, как не знаю кто. И, естественно, теперь 4 уровня, это фигня, ребят. 4 уровень для нас это не помеха. Вот то, что он... Ага. Да как он пробегает-то? Я не понимаю, почему он пробегает через моих юнитов? Объясни мне вот это вот. Как он это делает? Запарил он, если честно. Сейчас стрелка еще уничтожит, да, мне? Пипец! Это что за, извините меня, баги? Такого не должно было быть, чтобы проходила химера через всех моих юнитов. Давай, бомби там его. Неужели, блин, что-то сейчас вы... Вот, смотри. Ну, смотри. Что она делает? Как она так делает, блин? Пипец, ребята. Я не знаю, что происходит. Эта химера бежит к моему... Главному персонажу начинает его травить, игнорируя абсолютно всех. И все ее игнорируют, тоже по ней не могут побить. Читер, что ли, какой-то. Так, выжигатель, Сарашип и фея. Так, здесь, ребят, надо умножить бабки. Так, 164-я миссия. Так, это наездник на медведи, да? Сарашип, Борнбласт. Интересная команда. Давай посмотрим. У него яд. Это плохо. Гром у него 22 уровня. Тоже меня особо не радует. Сейчас будет вызывать грома. 100% тебе говорю. Ну, конечно же. Так, а нам тогда стрелка. И он, наверное, будет его травить. Ядом, скорее всего. Давай тогда тоже травить ядом. Видишь, что творит? Че, получается, что фейл, друзья мои? Да? Похоже на то. Ладно. Переигрываем. Блин, нифига себе всадник на медведе, какой мощный. Гром, яд, стрелок.
Может быть, взять ракетчика? Или вот этого? Попробуем. Протестим заодно, да? Борн Бласт. Но у него, кстати, скоростная команда. Блин, нам нужно было пиратку взять. Вот что. Так, давай проверим. Начнем со Скорпиона. Вызываем сразу нашего этого бойца. Блин. Он позвал Грома. Давай тоже вызовем Грома. И сделаем вот так. Глупо, наверное, да? Хотя почему глупо? Нормально. Ну... сейчас бочку киданет. Отлично. Отлично, я тебе скажу. Опачки. А вот здесь у него проблемки уже начались. Так, мне стрелка надо позвать. Стрелка. Пускай пламя свое тратит. Не рискует. Друзья мои, он потратит свое пламя. И значит, ему крышка. Ну что, Матейш, получил свое. Так, опыт. Получаем с тобой квек и охотницу. Ну что, последняя на сегодня миссия у нас. 165-й. Подожди, что я делаю? Я хотел вот тут забрать 200 монет. Копилочка моя пополняется потихоньку. Это очень хорошо, потому что мы с тобой сможем пропать картишки. В данный момент я не вижу, чтобы тут можно было апнуть для меня полезного. Поэтому тратиться не будем. Преисподняя. Ну что, смотрим, кто здесь. Твою дивизию. Опять третьего уровня, а? Это опять он будет бежать к моему этому герою, получается. Здесь нам нужно с тобой что сделать? Взять двух танков, да? Получается, этого убрать. И брать алхимика. Только так против этих можно справляться. Так, алхимик, где ты у меня? Вот он. Слушай, зачем? Мы, наверное, место Спартакуса возьмем. Да, вот так лучше будет. Ну что, попробуем? Блин, плевальщик. То, что у него еще пламя есть, плохо. Ну ладно. Надо как-то выживать. Надо как-то выживать. Естественно, сразу же надо вызвать стрелка. Ну, по идее, ребят, потому что сейчас пойдут легендарные карты. Вот, например. Одна только что была. Так, этот наносит у нас массовую атаку, да? Ах, он этого мелкого валит с полтыка. Ну-ка, давай его так сделаем. Так, два танка борются против этого паладина. И ничего сделать ему не могут, прикинь. Вот он все-таки применил, друзья мои, пламя. Тогда выходит Гром. Но если он сейчас Химеру опять эту позовет, будет плохо. Ты посмотри, мы не можем ничего сделать. Мы просто бомбим, как эти. Он второго уже паладина вызвал. Это что? Это как? Вон, смотри, 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 что делает. Смотри, что делает, блин, Химера. Ребят, ну такого не должно быть. Я не знаю, или это какая-то специальность классовая именно у легендарки, что он бежит и плюет сразу по нашему главному персонажу. Но это жесть. То есть, если он прокачает, например, эту Химеру до 20 уровня, она просто побежит к моему главному персонажу, сделает один плевок, и он умрет. Обалдеть. Так, ну что, наездник на медведи, плюс травница, черная борода и Грута вместе с металлическим дьяволом. Ну, ты сам видел, не такой уж он и дьявол. Так, бросает какие-то там бомбочки. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня будет достаточно. В следующей серии мы с тобой, наверное, возьмем 170-ю миссию, да? И посмотрим, какие там будут открываться новые персонажи. И, кстати, скоро, очень скоро мы получим с тобой 11-й уровень. Так, кто у нас в клане? Я не знаю, ребята, тут не показывается, кто присутствует, кто отсутствует. Я даже не знаю, как удалять, по какому принципу. Я больше чем уверен, что здесь очень много мертвых душ, очень много. Как вот посмотреть, когда он был, сколько он был, когда в последний раз заходил? Здесь этого не написано.
Хуга и Хуга. Нафиг мне две Хуга, скажи-ка мне на милость. Понятное дело, что мой клан не выиграл. Мы уже на 17 месте, были на 20. То есть мы потихоньку-потихоньку поднимаемся. Но опять же говорю, ребят, если бы играло бы полное количество людей, которые у меня находятся в клане, мы бы уже давным-давно бы тут их порвали. Может быть, даже уже были бы где-нибудь около топчика. А пока ничего не могу с этим поделать. Наугад, а вдруг я удалю того? Хотя можно удалять с самых низов, наверное. Не знаю, ребят, если вы в курсе, как посмотреть статистику, напишите в комментариях. И тогда мы зачистку сделаем здесь и наберем нормальных, свежих, адекватных игроков. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.